Это кадры первого художественного кинофильма, снятого в Казани «Булат Батыр». Фильм рассказывает о судьбе татарского мальчика Асфана, попавшего на воспитание к князю Потемкину. Когда Асфан в чине прапорщика является с карательным отрядом в родные места и узнает, что руководит восставшими крестьянами его отец Булат, он освобождает предводителя повстанцев. Автор сценария – кинодраматург Натан Зархи. А воплотил его в жизнь режиссер Юрий Тарич. Создатели фильма старались максимально придерживаться документально-исторической точности при съемке мест, связанных с событиями трехвековой давности. Будучи ребенком, за съемками наблюдал татарский композитор Джудат Файзи. Съемки шли в Кремле, пишет он, на берегу Казанки. На возвышенностях у ворот пушки солдаты драгунских с хвостами в фуражках времен Екатерины. Вот оно, будущее татарстанского синематографа. Свои новые работы показали молодые кинорежиссеры Татарстана. В кинотеатре «Мир» они представили «Альманах», «Татарстанские шорты», «Черный квадрат» 2017. Он составлен из 4 игровых короткометражек, 4 истории, главными героями которых становятся молодые люди в сложных жизненных ситуациях. Долго не мог придумать историю, которую бы хотел рассказать. Наверное, месяца три копался, но потом за 3 дня написал историю, то есть с диалогами, там, со сценами. Сломали весь сценарий, грубо говоря, и в монтаже он совершенно иной получился. Я режиссер, я со-сценарист этой работы. Фильм довольно необычный получился. Это вообще мой дипломный проект. Я с ним защитилась на отлично. Поддержку не только в презентации киноработ, но и в их дальнейшем продвижении оказало Татаркино. Оно впервые оформило от начала и до конца прокатное удостоверение для молодых кинематографистов. Мы полностью взяли на себя все вопросы, связанные с получением прокатного удостоверения. У нас сейчас уже сложилась такая очень хорошая, крепкая, такая молодая поросль кинематографистов, которые включаются в большие проекты. Тамир Галиаскаров будет представлять свою работу. Он уже и в фильме «Мулла» работал одним из основных режиссеров. Он уже и сейчас снимает новый фильм полнометражный. Прокатное удостоверение в Москве оформляют режиссеры со всей страны. И в его оформлении есть множество нюансов, которые сложно учесть с первого раза. В результате молодым режиссерам приходится посещать столицу по 5-6 раз, что превращает прокатное удостоверение в золотое. Трамплин в виде короткометражек, которые получают прокатное удостоверение, он дает возможность дальше развиваться. В ближайшее время ленты «Эхо», «Солнечный ветер», «Раскол» и «Пневмония», вошедшие в киноальманах молодых режиссеров, увидят и татарстанцы. Презентации пройдут по всей республике.